приглашается Юлия Иванова, «Казань. Движение». Однажды он сказал: твой полет всего лишь сон, и ты летать не стал. Стал таким, как он, и по земле ходил. Научился, как ребенок ты, но все не мог забыть той прозрачной высоты и лететь по белому свету, став одним движением ветра. Как приземлиться, а у птиц в свободе учиться.